Здравствуйте, в эфире ТНТ «Поиск». Это новости понедельника и коротко о главных темах выпуска. Стыдно. Мемориал Славы должны привести в порядок незамедлительно. То, что сейчас за 24 миллиона вандально модернизировали, за это должны ответить. Совет директоров. Фасады клинских предприятий не вписываются в новый облик городов Подмосковья. Вот это вот здесь наляпано, здесь накидано, здесь брошено. Этого просто быть не должно. Безработица в Клину на уровне областной. Городу нужны рабочие руки и специалисты. Главные бухгалтера в большом дефиците. Юристы с опытом работы тоже в дефиците. Визит в выходной. Зачем приезжал в Клин зампред правительства области? Состояние дорог, в котором они сегодня находятся, в том числе региональные, безусловно, устраивать не может. Впервые на большой сцене молодежный оркестр из Калуги в городе, который звучит.